представляем вашему вниманию мультимедийную клавиатуру фирмы Afotech модели KL23MU. Интерфейс подключения клавиатуры PS2. В клавиатуре имеются разъемы для подключения микрофона и наушников, которые находятся в левой части клавиатуры. А также имеется USB-удлинитель, который находится в правой части клавиатуры. Клавиатура имеет эргономичный слим-дизайн. Ход клавиш относительно невелик по сравнению с обычными клавиатурами. На клавиатуре расположены 6 клавиш быстрого доступа к мультимедийным функциям, что делает комфортное использование проигрывателя во время игр или работы. Также порадовала большая клавиша Enter, а кнопка Windows не нажмется случайно во время игры из-за своей конструкции. Клавиатура подходит для всех операционных систем. На этом наш видеообзор окончен. Подписывайтесь на наш канал.